Всем привет! Сегодня 9 апреля, за моей спиной я наконец-то посадил мексиканскую голубую пальму или брахио армату, или ретею вооруженную. Вот пришлось для нее сделать высокую клумбу, вот, потому что это пальма засушливых мест Мексики. Вот, я так думаю, что она не терпит избыточную влагу. Вот. Пришлось сделать хороший дренаж для нее, соответственно, подготовить почву и посадить ее на открытом как бы солнце. Вая немножко вытянутые, но я думаю, со временем она их заменит на более короткие. Вот. У нее уже формируется ствол. Вот он. Ну что, в моей коллекции пополнение. В открытом грунте эритея вооруженная или брахиармата. Всем всего доброго, спасибо за просмотр.